Уважаемые поселковцы, разрешите мне от имени депутата Шадринской городской думы, от депутатского корпуса города поздравить вас с вашим замечательным праздником. И цифра красивая, 66 лет вашему прекрасному и молодому, и опытному поселку. И вот с каждым разом я, поднимаясь на эту сцену, вижу все больше и больше народу и молодежи, и ветеранов, и детишек. И всегда что-то новое появляется вот на этой площади, на этой замечательной территории на семи ветрах. Новый поселок, новые дела. Посмотрите, проложена дорога от автомобилистов по проектной. Будет щебеночно-засыпаны дороги по Спортивной и Тюменской. Во дворах тоже идет ремонт территорий, облагораживаются территории. Бажова 24 готова. Кооперативная 11, 13, 19, 21, 23. К концу сентября ваши территории тоже будут приведены в порядок. Идет ремонт крыши детского сада номер 36. И все это новые маленькие такие дела, которые направлены на то, чтобы вы жили здесь комфортно, с удовольствием, чтобы на ваших лицах сияли улыбки, настроение было отличным. Пусть все новые и новые дела появляются в вашем поселке, хорошие, радостные, новые аттракционы, новые номера, новые люди заселяют ваш район. Всего самого хорошего, здоровья, хороших впечатлений, хорошего настроения. Будьте здоровы и с удовольствием отмечайте свой праздник. Под крылом оставляя небоскребы, может это и сон, но ты попробуй верить в то, что сбудется мечта. Все время, каждый день обновлялся, каждый месяц обновлялся и каждый год. И для этого мы с вами должны приложить все усилия, все силы, все знания, весь опыт, все старание на благо нашего родного поселка. Я желаю всем вам мирного неба, счастья и любви. Встречая 66-ю годовщину одного из самых молодых микрорайонов города, мы верим в то, что наши дети, внуки, правнуки будут жить в счастливой, благополучной, мирной стране. Желаю всем вам, присутствующим здесь, здоровья, крепких, надежных семей, многих и многих детей, семьям, всех благ и чистого неба над головой. С праздником, друзья!